Вероника Херц освобождена от должности гендиректора муниципального предприятия по каналу Кишинев. Ее заявление об отставке принято на общем собрании компании. О причине Херц не сообщила. «Я никогда не держалась за должности, достоинства выше. Я не думаю уходить с помощью искусственного больничного. Рада, что смогла вернуть к жизни предприятие, и мы смогли стать командой. Счастлива, что нам удалось запустить целый ряд проектов по предоставлению потребителям более качественных услуг», написала Херц на своей странице в соцсети. Как сообщил начальник пресс-службы примарии столицы Вадим Брынзанюк, новый директор АП-канал Кишинев будет назначен общим собранием предприятия по предложению руководства столичной примарии.